Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую, всех вас рад видеть. Сегодня сделаю маленький такой обзорчик по тем рыбкам, которые приехали вчера с Москвы. Посмотрим, как они переносят перевод на рыбу, карантин и все остальное. Но сперва я бы хотел вам показать личинок. Мне этих личинок дал Мади из города Актау. У него геофагус свени отнерестились. Так как у него нету времени, ну, он иногда уезжает на вахту, просто на работу, он мне дал этих личинок. Ну, я, соответственно, попробую их поднять, конечно. Хорошо было бы, если получится все. Сейчас вот я его приближу. Вот у них желточный мешочек. Ну, штук 50 есть. Мади Рахмет. Ну и перейдем к обзору. Вот тут у нас три черные аранды, один ситцевый руикин и четыре красные шапочки. Очень красивые, состояние прям отличное. Чувствуют себя хорошо. Вчера чуть-чуть покормил, сегодня уже так плотно им дал, поели. И вот барбусы. Две пары, два самца, две самочки. Видите, самочки какие пузатые. Думаю, через 10 дней посажу их на нерест. Прям, действительно хорошие барбусы. Прямо огонь. Огненные барбусы, огонь. Ну, по арандам посмотрим, когда будем делать нерест. Все это в планах. Ну, увидим еще. Ну, в принципе, они нормально переносят. Пока что. Чувствуют себя не вяло, ничего. Все нормально, питается, питание хорошее. Анциструсов пока посадил сюда. Сейчас их помещу в другой аквариум. Засранцы все засрали. Хотя я вчера мало покормил, я не знаю, откуда у них эти фекалии столько. Но тоже себя хорошо чувствует. Ну и перейдем сюда. Рамирези и вуалевых барбусов. Я пока посадил сюда, отсюда тернешек убрал, подростков. Ну, они тоже себя чувствуют хорошо, переносят перевод тоже хорошо. Вот эти рамирези вообще мне, блин, очень так нравятся. Очень красивая рыбка. Вот этот самец, это то, что Женя передал. Он взрослый, возрослее. Просто огонь. Ну, видно, рыбка вся хорошая, качественная. Что те аранды, что барбусы, что огненные, что суматранцы. Рамирези тоже. Теперь неончики, правда, в размере. Вот красные неоны в размере, они маловаты. Сантиметр. Ровно сантиметр. И разбора клинопятнистая или клиновидная, как там она точно называется.
питаются. Даю им пока аулофорус, сушку не даю. Но что-то пузики не хотят набивать. Едят чуть-чуть. И вот, видите, внизу такие вот клубочки аулофоруса потом собираются. То есть я им даю не клубочками, я прям их вбросы растрепываю и даю. То, что не доели, они опять аулофоруса так клубочком собираются. Ну и перейдем коридорусам и подросткам красных шапочек. Боялся, что коридоры с Венесуэлы Блэк будут слабыми. Но тут они нормальные. Правда, вот у одного, вот видите, на лбу дырочка. Либо он родился так, либо какая-то болячка выскочила. Ну, питается тоже хорошо. Панды тоже себя хорошо чувствуют. Но эти прям красные шапочки проглоты. Они все едят. Яулофорус и тетрачипсы. Прям все. Ну, даю пока по чуть-чуть. А то они 4 дня не ели. Пережрут еще. Ну. Ну, друзья, пишите, кому какая рыбка понравилась в комментариях. На этом на сегодня все. Желаю всем удачи и успехов, здоровья вам и вашим обитателям. До встречи, друзья!